Добро пожаловать на живую демонстрацию по имплантации эластичных нитей Spring Thread. Шаг 1. Подготовка пациента. Очищаем кожу и делаем разметку. Первый шаг. Тщательно обрабатываем антисептиком и делаем разметку. Намечаем линии, по которым нить будет имплантироваться. Линии разметки должны быть симметричными с обеих сторон. Симметрично размечаем обе стороны. Для анестезии и комфорта пациента рекомендуется использовать лидокаин, для предотвращения кровотечения – адреналин. Анестезия. Лидокаин. Чтобы сделать отверстие для ввода иглы, используйте скальпель либо трокар. Для свободного ввода иглы отверстие рекомендуется слегка расширить. Шаг 2. Имплантация первой нити. Для имплантации нити Spring Thread обе иглы с нитью вводятся поочередно в одно отверстие. Одна игла направляется вниз, другая вверх. Нить должна располагаться в подкожно-жировой клетчатке. Нить вводится в подкожно-жировую клетчатку. Кожа, подкожно-жировая клетчатка, мышца. При необходимости можно согнуть иглу. Согните иглу, если необходимо. Легче это сделать, когда игла находится в области щеки. Потяните первую нить и совместите черную метку на нити с точкой ввода иглы. Потяните нить и совместите черную метку на нити с точкой ввода иглы. Упаковка. 3 стерильных блистера, по 2 нити в каждом. В блистере 2 эластичные нити с иглами. Введите иглу 2 первой нити в то же входное отверстие. Если первая игла с нитью направлялась вниз, то вторая идет вверх. Введение иглы 2. Для облегчения выхода иглы 2 в волосистой части головы можно сделать надрез на коже. Если прохождение затруднено, произвести надрез под волосами. Имплантация иглы 1-2 нити. Вы можете контролировать глубину расположения нити, пальпируя кожу при введении иглы. Контролируйте глубину введения нити. Имплантация иглы 2 второй нити.
имплантация иглы 1 третьей нити. Имплантация иглы 2 третьей нити. Завершающий этап процедуры – очищение кожи и подтягивание нитей. После имплантации нитей необходимо подтянуть их концы и аккуратными движениями распределить ткани для получения желаемого результата. Эластичная нить сделана из полиэфирного волокна в силиконовой оболочке, поэтому вы можете регулировать силу ее натяжения. Эластичность нити позволяет ослабить натяжение, если оно было слишком сильным. Как только вы добились желаемого результата, еще раз слегка потяните за концы нити и отрежьте их. Натяните нить и отрежьте концы. Завершаем, наклеивая стерильные пластыри. Через 8 дней после процедуры. Клинические результаты. До операции. Паралич лица. Спустя 1 месяц. 1 месяц. Один месяц. 2 месяца. 2 месяца. 4 месяца. 6 месяцев. 10 месяцев. 12 месяцев.